А мы, походу, Джей тоже толстенький. Центр управления. Вау! Кто это такой? Найти. Пол нельзя. Вау! Родя! Стоямба! На тебе бомбочку. Ты видела, какой он пируэт сделал? Чарли, я тебя освобожу, братанчик. Совсем скоро ты уже опять покушаешь. Майк, ты тоже. О, бежит, ребята, бомбочка. На тебе. Слушай, надо, короче, домкраты ему это убрать с под машины, чтобы она его придавила нафиг. Точно, Рот, заезжай. А как домкраты убрать? Нам все равно в эту локацию. Вау! На тебе ломиком в башню. Есть, круто. В носяку. И на тебе еще бомбочку до коллекции. Пау! Одно мороженое из трех. Конфета. Там внутри конфета. Это, наверное, ковер урода с прихожей. Точно, друзья. Он его тут в стирку сдал, а мы его случайно забрали, нашли. И идем теперь чихаем от него. Друзья, он клопами поеденный и молью. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Синчик 4, всем привет! Привет, друзья! Лишкоплей! Долгожданный Ice Cream 4, да. Ребята! Начинаем играть! Мы не так долго ждали! Крутая анимация, давайте смотреть! Это трейлер начала! Да. Так, получается, едет фургон мороженщика. Это, ребята, его фабрика. Мы вам это все рассказывали в нашем трейлере, в нашей одной из предыдущих серий. Да. Это ребята, вот, типа, он приехал на свою фабрику и... Мы сегодня, наконец, будем спасать всех друзей наших, Чарли, Лиз и Майка, которых, ребята, забрал наш Рот в третьей части в конце. Что, Лера? Еще даже мы себя будем спасать. Еще и себя. Наверное, друзья везут нас. Не наверное, а точно, потому что мы с вами смотрели трейлер, и мы это точно знаем. Ребята, но сейчас мы с вами появимся в клетке, и нам нужно будет отсюда выбираться. Очень долго мы ждали этой игры, и вот она вышла. Самая любимая песенка Рода. Поехали, слушаем песню Рода. Волокет нас. Лера, вон, смотрите, как прекрасно поет. Прям как Рот, друзья. Да. Нет, он такой типа. Завозят нас. А подмышки так и не помню. А подмышки так и не постриг. Ребята, ребята, мне сбежать из клетки. Сегодня я поймал всех детей, толстеньких, тупеньких. Мороженое сделаю из детей, из деток. Отлично. Пускай того, что они будем давить, толстеньких дурачков. Ого, ничего себе. Это все. Лиз такая теперь. Он и вкус уже выйдет мороженое. Ха-ха-ха. Обалдеть, ребята. Чарли не может выбраться. Так, детишечки. Вы встретились вновь. Какое счастье. Ржет злорадно. Капец. Вот мне хочется ему вконтачить. Я оставлю вас наедине, чтобы вы побеседовали о ваших приключениях. Злобный смех. Ребята, труба тебе, Родя. Мы за тобой соскучились и будем тебя сегодня пинать, буцать и обижать. И вы такие красивые, упитанные и пухлые. Попадете в мою специальную комнату. Ребята, нам нельзя попасть в эту розовую комнату, потому что там он из нас будет выжимать секретный ингредиент для своего отвратительного злого мороженого. Вам нужно выбраться из клетки и спасти друзей. Ребята, гоу, не терпится начать наше приключение. Кто это? Ты видела, там кто-то ходит? Так, ребята, мы в клетке. Ой, это мини-рот. Цирковая клетка. Это мини-рот, но он какой-то прибакнутый электрический. Закрытый на ключ. Замок висит. Он пришел. Слышишь, он, короче, караулит, чтобы мы отсюда не сбежали. Так, это, ребята, цирковая повозка. Я бы ему это, видимо, с локацией цирк из предыдущей части. Воу! Ключ выпал. Гаечный. Да. Знаете, что бы я сейчас... Подожди, Лера, надо что-то откручивать сейчас. А что тут открутить можно? Ключ. Замок еле держится. А ну, побудкаем его. Воу, мы сломали замок. А если бы он на ногой такие, типа... Ой, такие... Выбираемся. Так, ребята, сюда. Нет, сюда не работает. Дверь закрыта. Крышка. Труба перекрыта. Придется открыть с другой стороны. Так, это открывается? Это открывается. Зеленые это... открываются, получается. А ну-ка, красные. Нет. Чарли, я тебя освобожу, братанчик. Совсем скоро ты уже опять покушаешь. Майк, ты тоже. О, бежит, ребята, бомбочка. На тебе. Во-хо-хо! Он вот так... Круто, ребята. У нас была одна бомба. Я думал, как ее применить. Интересно, мы можем их пополнять? Да, ребята, за рекламу мы их можем пополнять. Так, побежали. Выбираемся в вентиляцию. Что же тут интересного? Туалет. Туалетик родовский. Что там у нас? Чистенько. Рот любит у себя туалеты открывать. Туалет. Ничего там нету. Ладно, погнали. Ребята, сцена, смотрите. Выглядываем. А мы, походу, Джей тоже толстенький. Центр управления. Вау! Кто это такой? Что это за жердяй там сидит? Мне кажется, это
Кого робот накормил? Вам нужно избавиться от этого робота, чтобы попасть в центр управления и спасти друзей. Привет, робот. Треснутый пол. Здесь Борис может вас найти. Пол нельзя. Господи. Родя, стоямба, на тебе бомбочку. Ты видела, какой он пируэт сделал? Он на шпагат сел. Ребята, у меня с этими, блин, Родами и Борисами скоро глаз будет дергаться. Это жестяк вообще какой-то. Надо было Рода попинать. Ладно, побежали. Ух ты, офисы. Круто. Погнали. Там эти Васи ходят внутри. Что это такое? Заколочена дверь, гвоздь, значит, нужен лом. Отлично, проходим или дверь. Да, или молоток, друзья. Так, что это такое? Ящики. Выдвижной. Пусто. Ребята, мы совсем без понятия, что нам здесь нужно найти и как нам выманить Бориса от двери. Но нам, ребята, нужно его как-то оттуда выманить. Мне кажется, надо будет Бориса выманить от двери в самом последнем моменте. Ну, я тоже так думаю, ребята. Потому что... Ух ты, что это такое? Трофей. Трофей? Не знаю. Он какой-то остренький. Слушай, мы им, наверное, можем что-то подковырнуть. Но раз он взялся, значит, наверное, этот предмет нужный. Так, ребята, погнали. Давай Роду шкафы. Башню. Давай Роду скормим, правильно. Пусть хавает, друзья, деревяху. Так, значит, нам нужно что-то. Ой, здравствуйте, будете бомбочку? Свеженькую, бздыщ. Так, ребята, нам нужно что-то этим прибором отвернуть. А где это сделать, понятия не имею. Род. Ставим бомбочку. Родя, кия! Класс. Круто, мне понравилось. Слушайте, бомбочка крутая тема. Здесь нам с вами пока оружие не дали, я не знаю, дадут ли. Но бомбочки это крутая штука. Если ты отбегаешь от Рода, очень удобно поставить, и он тебя, друзья, не догоняет. Я даже не знала, что тут есть мини-роды. Мини-роды, да, мини-уроды. Так, погнали. Мне кажется, я по кругу бегу. Он Род лежит накрытый, немного неживой. Ох ты, где это мы? Что это? Ребята, не знаю. Мороженое. Розовое. Так, дверь. Вау! Смотрите, ребята, это улица. Мы зашли в какой-то... Это получается улица, друзья. Ой. И мы туда попасть никак пока не можем. Лом. Это был какой-то слишком Лера, вот этот быстрый лифт. Лом, кстати, это не лифт, это мы упали. Лом. Нет, это вот так, типа быстрый лифт. Да, лестницу ставим. Поднимаемся. Кстати, Лера, там был лом. Этим ломом мы потом, наверное, гвозди отдерем. Воу, а ну-ка. Ай, присели. Вентиляция, шурупы. Подходит! Вот зачем нам эта штука? Вот она зачем! Тут еще попасть надо. У нее получается наконечник очень похож на отвертку. И поэтому, друзья, это поможет нам открыть шурупы. Почему вот и куда мы с вами проникнем? Давайте посмотрим. Так. Пока, Родя! Может, пойдем сразу возьмем еще что-нибудь? О, пошли мороженое возьмем. Может, это нам мороженое для чего-то пригодится? Здесь предметы используются по одному разу. Поэтому нету здесь смысла носить с собой миллион предметов. Пойдем все-таки возьмем мороженое, а ломик оставим там. Потому что нам все равно в эту локацию... Воу! На тебе ломиком в башню! Есть! Круто! В носяку! И на тебе еще бомбочку до коллекции. Пау! Круто! Так, побежали. Я так люблю на друга. На Рода не наступать, он этого не любит и обижается. Берем ломик, погнали за мороженым. Конечно. Родя, мороженое будешь? Клубничное, свеженькое. Папа, ты нам всем сказал, на Роду не наступать, он это не любит, а сам по нему прошелся, как по беговой дорожке. Ничего страшного, я нечаянно. Он Род, на тебя обидится. Так, ребята, что же в той вентиляции, давайте смотреть. Если бы на тебе ходили по ногами, ты бы был счастлив? Очень, очень, да, был бы счастлив. Ребята, ух ты, пропеллеры какие-то. Что там такое? Там улица. На улицу нам выйти не светит. Ребята, мы здесь закрыты полностью. Воу, сценка. Что он говорит? Он разговаривает с тараканами? Какой проворный мальчуган. Он с крысами? Вряд ли он уйдет далеко. Если что-то случится, мой мини-род даст знать. Ребята, это мини-роды, уроды. Его маленькие шпионы, которые бегают и нас бьют током. Куда он идет? Ничего себе. Куда он идет? Слушай, надо, короче, домкраты ему это убрать с под машины, чтобы она его придавила нафиг. Точно, Род, заезжай. А как домкраты убрать? Представь, его там бы придавило фургоном. Вот это крутяк. Заехал, друзья, игра очень красивая, очень анимированная и очень, друзья, яркая, специфическая локация. Все новое, все очень крутое. Поддержите нас лайком. Мы пройдем ее обязательно полностью. Кто там стоял только что? Это плакат был, считыватель карт. Ребята, здесь еще нужны карты. Капец, сколько мне всего нужно? Я уже бомбочку будешь? Мы любим таких маленьких родов. Бау, когда их особенно разрывает на части. Так, погнали. Куда же нам мороженое? Одна частичка будет. Одна вон там. Да, шапочка круто. Вон там. Да. Что там такое? Все весело. Так, друзья, я пока не отстрелю вообще, куда мне это мороженое одевать. И что мне еще? Воу, моцик. Друзья,
Это моцик кого? Это мотоцикл его папы. Цифра 2, кстати, видела? 2. Так, ладно, надо запомнить. Короче, наверное, здесь пока столько ребусов и загадок, гораздо больше, чем отгадок. Так. Где еще есть какие-нибудь цифры? Лера, если увидишь цифру, кричи. Так, тут нету. Где еще, друзья? А ну, там что? Вот дверь. Ладно, побежали. Короче, куда же нам нужно деть это мороженое? Приемное. Да. Ага, написано приемное. Что тут у нас? Мусорники. Ребят, это какой-то заброшенная часть фабрики. А где же сама фабрика по мороженому? Где сам конвейер? Ох ты, что это такое? Ребята, мы здесь были, когда трейлер вам показывали. Одно мороженое из трех. Конфета. Там внутри конфета. Ребята, крутяк. Где еще найти два мороженых? Лера, надо срочно искать. Мужчина, не знаете, где тут у вас мороженые водятся? О, вон торчит. Опа. Желтенькое. Желтое. Отлично, это подойдет. Так, а ну-ка, на тебе бомбочку. Лови! Круто. Так, приконтачили. Да. А что у него в руках? Пропуск. Вау! А помнишь, там нужна была считыватель карт? Точняк, друзья, так. На каком-то ящике этот считыватель должен сработать. Я циферку нашла. Побежали, какую? Вот, 1, 5, 4, 2. Да то не та циферка. Лера, эта циферка нам не поможет. Нам нужно искать красные цифры на каких-то предметах. Окей. Так, где же были эти ящики? Ребята, в хранилище, по-моему. А прикинь, эти цифры, они по всей карте разбросаны. Не дай бог, ты шо? Это и так карта громаднейшая. Эта карта, эта локация гораздо больше любой другой, в которую мы с вами играли. Фабрика делать? Рода самая огромная локация, да. Друзья, из всех мороженщиков, по-моему. Из всех, которых мы видели. Так, погнали. Где же эти были ящики? Опять ты тут ходишь. Я их взрываю. Где они берутся? Лови петарду. Все, и больше с новым годом. Это была, друзья, шутиха. Так. Так. Вот ой, ящики. Блин. Есть первый. Во! И сразу успех. Открываем. Так. Ковер. Фига себе. Это, наверное, ковер самолет, на который мы сможем улететь. Это, наверное, ковер урода с прихожей. Точно, друзья. Он его тут в стирку сдал, а мы его случайно забрали, нашли. И идем теперь чихаем от него. Друзья, он клопами поеденный и молью. Куда этот ковер пристроить? Куда этот пристроить ковер? Ломом мы поняли, нужно отдирать гвозди. А ковром что? Шуруп откручивать? И куда цифры? Шурупы мы уже открутили тем предметом. Так, на моцике была цифра 2. Меня смущает цифра 2. Вот меня она сейчас смущает. Да, она тем более пока что одна. Что это такое? Видела там, что-то нужно поставить? Там, походу, нужно поставить стремянку. Бросим пока тут. Так, ладно, ребята. Значит, получается, нам нужно какую-то взять предмет, который нам поможет позалезть на возвышенность. Побежали его, друзья, искать. Итак, что у нас есть, что помогает возвышенность? Лестница, стремянка. Что еще есть? Закарабкаться. Но почему-то карабкаться мы не можем. Я не могу понять, потому почему. Потому что мы безрукие. Рукопопы. И жирные. А, мы же жирные. Точно, я забыл. Желтое мороженое. М-м-м-м-м-м. Сейчас поедим. Мы так жирные, даже забраться не можем. Хорошо, мы не будем есть это вредное мороженое. Нам нужно для изготовления жвачки. Сейчас мы, друзья, его вставим, и нам с вами останется последнее. Жвачки, это ж конфетка. Вставляем. Ой, конфетки, то есть. Так, друзья, вы разместили 2 из 3 мороженых. Круто, друзья. Обязательно продолжим в следующей серии. Поддержите лайком, если вам понравилось. Смотрите все видео на наших каналах. Валеришка Максим Play Games. Все ссылочки, друзья, в описании. Не пропускайте новые серии. Все стараемся. Только для вас. Потому что вы у нас самые лучшие. Мы вас очень любим. Всем пока-пока.